Всем добрейшего времени суток, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Вы на канале Into Games, я Александр, снова с вами. И уже вот вышел четвертый, даже поиграл в него часок, но хочется как-то закончить эпопею с третьим. Ну, конечно, полностью все выполнить, как я хотел, не получится. То есть там пособирать все письма, там понаходить все склады. Как я сделал, собственно говоря, во втором Far Cry. Эх, было дело, было время. Все золотое оружие там понаходил. Ну, уже есть четвертый Far Cry, надо переключаться на него. Но, как говорится, я не могу оставить дело незаконченным хотя бы в какой-то форме. То есть, задача это раз, два, три, четыре. Это захватить эти пять аванпостов. А уже всякие остальные там задания, ракеты, письма и так далее, ну, пожалуй, не судьба будет мне их выполнить. Все-таки времени нет, да и если бы было, все-таки есть уже Far Cry 4. Ну что ж, ну давайте будем двигаться к ближайшему. Ближайшему это сюда. Поехали. Так, где-то на карте вижу там джипчик. Колымага стоит какая-то. Давай, так. Дорога какая-то прерывистая. Не знаю, надо было ехать правой или левой дорогой. Сейчас мы это точно узнаем. Давайте надо. Я поеду все-таки этой дорогой. Думаю, здесь какая-то возвышенность. Сейчас мы ее так по кругу с левой стороны объедем. И думаю, будет у нас обзор очень даже ничего. Ну вот эти вот машинки мне вызывают ностальгию. Так, я сразу засек снайпера. Честно говоря, я думал, здесь будет какая-то гора. Да, видите, машинка под гору у нас штопорится. Так, это лянчия. Что-то типа того. На гольф не похоже. Так, давайте же начнем высматривать. Хочется как-то поинтересней. Поинтереснее с ними всеми разобраться. Конечно, лучше бы сейчас было темно. Ну, давайте. Опачки, пошел Мишка погулять. Ну, смотрите, никакой паники, его никто еще даже не заметил. Вон собака. Смотрите, Мишка идет. Блин, это будет ржачно. Смотрите. Давай. Нападай! Ха-ха, есть, пошла жара. Ну, медведь, ну куда ты? Давай, атакуй его. Yes! Пока суматоха была, немножко мы почистили ряды. Хочу сейчас еще снайпера выцепить этого. Есть.
Сдавайся, у тебя нет шансов! Немножко так вокруг пальца их обвели, но это ванпост был маленький. Я хочу, знаете что? С собачки можно снять шкуру. Ах, смотрите, как живой. Так. Ну, не отдадим ни пяти земли. Это точно. Так, вот, кстати, здесь тоже у нас имеется в этом здании карта. Карта памяти, я имею в виду. Чёртовы пираты. Сволочи. Опачки. И готово. Так, давайте продаем, что видим. Так, это зеленых листьев я насобирал. Так, прилично, как видите. Ну, со шкурками у нас все в порядке. 5000 имеет. Ой, я вышел из магазина по привычке, как обычно. Так, любимое оружие. А, у меня все, у меня есть, как говорится, то, что я хотел. Что у нас по эксклюзиву? Есть, экипированная. Все, короче, у нас есть. Может, карта какая-то открылась? Нет, карты у нас тоже все имеются в виду. Имеется в виду. Все есть. Что такое расходный материал? Броня. Да чё, возьмем броню. Нам что, жалко? Гранатометы, снайперские. Так, у меня там какое-то оружие не куплено, я так понимаю. Давайте глянем. Так, а вон 4 аванпоста нам осталось. Реликвии, писем, карты памяти. Оружие приобретено. Еще 2 ствола у нас какие-то не приобретены. Думаю, сейчас мы это исправим. Пистолеты. Пистолеты, пулеметы. Дробовики. Штурмовые. Кстати, что у нас по штурмовым? Эйс есть, да? У нас что-то похоже на это. А, вот у нас есть. Ну ладно. Гранатометы. Похоже, то, чего у нас нет. Оно еще, наверное, каким-то образом закрыто для нас. Так, не понял. Создать предметы. Хочу создать зелье, знаете какое? Это у нас к медицине относится, наверное. Приток эндорфинов, да. Изготовить. Давайте на 7. Поставим. Еще изготовим. Еще даже изготовим. Одно место оставим. Давайте сразу и ширанемся им. Открывайся. Да ты, ё-моё. Нам добавляют, смотрите, аж 4 ячейки. А, они со временем не исчезают, но они просто не восстанавливаются. Так, а где вот эти два? Мы молодец. Но это у нас еще остались я. Дела. Это проверь доску объявлений. Да, проверю. Мы заняли аванпост. Но работа еще не закончена. Проверь доску объявлений. Да, проверим. Давайте, что у нас здесь есть животное какое-то.
Блин, не с той стороны, но кто так делает? Что нужно? Торговец хочет заполучить для своего магазина 3 леопардовые шкуры. Убейте их из предоставленной снайперской винтовки. Окей. А что у нас все-таки по заданиям, да? Путеводитель. Испытание рак. Путь охотника. 17 из 23, то есть осталось 5. Плохо, что вот постоянно, блин, исчезает оружие. Исчезает нужное оружие нам. Ух ты ж, блин, а шо, кто ж знал? Столбик! Так, мы на верном пути. Ручником пригорода. Ну, как обычно, по традиции я думал боезапас взять. Я меняю на лук, потому что там никаких обвесов, ничего такого в нем нет. Ну нифига себе, это как? Да я 4 раза в него уже попал. Но это нужно, наверное, загород. Нет, смотрите, попал. Таки попал, но это издевательство. Над животным, конечно же. Можно реципиент, конечно, какой-то изготовить. Соберем шкурку, но добро не должно пропадать. Блин, ну хрен я найду, вот. Убитого леопарда. Ну вот он где-то здесь был, по идее, да? Ну, такая местность, трава, ну нифига ж не видно. Давайте все-таки изготовим. По инстинкту. Так, усиление чувств. Снадобье для охоты. Так, зверобой. Нет, не нужно нам инстинкт охотника. По запаху находить. Да. На восьмерочку. Сразу же его применяем. Хрен ты уйдешь от меня. Эх, бедное животное. Гадость. Согласен. Леопард красивый, как покажу. Оу, ай, господи, блин, я думал, неужто ли я вижу трупик? У нас здесь какие-то свиньи. Ну, короче, понятное дело, что хрень я найду. Того даже не буду заморачиваться по этому поводу. Эх, 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 эх.
Так, где я был, а где я не был, как говорится. Так, вот с этого поста я был, скорее всего. Давайте прыгнем сюда. Побываем. Посмотрим, есть ли там магазин, чтобы нам взять лук. Да, есть здесь магазин. Можно кое-что продать. И взять... экипировать. Вот так вот. И сразу же смотрим, где наш ближайший будет аванпост. Куда нам прыгнуть бы получше было бы? Вот сюда. Прямо через мостик. Того гляди, потемнеет, пока мы туда доберемся. Может, в ближний бой вступим. Прикольная такая будочка. Но здесь под ступенечками что-то есть. Кто здесь? Нужно, думаю, занять вон ту высоту. Или вот эту. Давайте зайдем сначала сюда, посмотрим, видно ли нам все. Блин, ну, ночью поприкольнее, конечно. Можно что-то поджечь, так по-красивому. Ну, вы смотрите, все как на ладони. О, штурмовики. Да вон, я вижу, ходит. И вон ходит. Так, этого хочу вплавь, потом хочу забраться туда. Может замочить того в рукопашную, а? Что скажете? Можно и так. Ну вот как они, блин, вот кто его заметил вот там вот? Вот кто? И эти ушли от воды, ну ё-моё, что ты будешь делать? Я могу их поснимать, но, блин, ах... хотелось же. Ближний бой. Сколько нужно времени, чтобы они успокоились? Три штурмовика здесь. О, вот еще нарисовался один. Еще, да, их побольше, чем могло показаться изначально. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну что ж, давайте спешить не будем. Они все отмечены. И это круто. О, господи, это райские птички. Я думал, что это может какой-то гриб или растение неведомое. Главное тревогу не поднять. Так, вот этот дорогой у нас. Возвращается на свой пост.
Как бы вы так не спалиться, видели, там нас начали уже были палить, было палить. Блин. Смотрите, течение сносит. Было бы темно, мост бы заминировал. Короче, не судьба нам увидеть. Тихо. Блин, спалился, да? Я прорублю сирену. Ну как так? Ну что за западло, правда ведь? И главное, то есть, как отключить это все дело, то есть перепрыгнуть в другой пункт не помогает. Подходим с севера. Вот еще. Ну что ж, их теперь станет больше. Это значит, нам веселье больше. Так, там же прибыло подкрепление. Которая у меня никак не отмечена. Ну как они меня там спалили? Это просто нечестно. Я так хочу сделать все красивенько. Но надо же было, меня за километр заметили. Мы будем действовать скрытно. О, музыка утихла. Ах ты, я. Сидим. Так, мина. Осталось 3 штурмовика. Мы подходим с востока. 2 штурмовика. Так, ну кто меня спалил? Ты что ли?
Да, вот. Да, давай, давай, давай. Руки в ноги и пошел. Тихо, 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 тихо. А музыка почему так заиграла? Вот и все. И вот так. Маленьким нельзя давать оружие. Вот так давайте. Так, 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 я хочу его тоже в рукопашечку. Тихо, тихо, тихо. Вот идиот. И готово. Еще кто-то есть? Там еще одна тревога, кстати, вон есть. Давайте. А, вот, 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 вот. Ну. Опачки. Ну, в общем, тоже неплохо получилось. То, что хотел, сделал. Нас-то, конечно, запалили. Как бы не обосновано. Почему? Чего я не могу их обыскать? Здесь был пулеметик такой. А вам пост в руках, ракет. И по-другому не бывать. Да. Так, ну, на этом мы прервем нашу серию и продолжим, наверное, с охоты на какую-то дикую-дикую тварь. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!